друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в Дагомысе. У нас тут река вышла из берегов. Вода поднялась очень высоко. Такое уже было. Смотрите, как близко вода. Вот она рядом совсем. Люди все бегают куда-то. Смотрите, уже практически помост. Скоро движение по мосту будет недоступно. Короче, пиздец. Будет разрываться. Че, пиздец. Бабушка виновата. Хорошо, что бабушка не поехала с нами. Почему? Ну, она там с папой. А так у него ключа бы не было. А почему? Пустили сирену. Время 10 часов вечера практически. Видимо, где-то реки с берегов уходят. Сирена, предупреждение, эвакуация. Ребята, общем... уже очень страшно, это уже ни за какие бумеранки не было. Я вот только не понимаю, откуда она кричит.
вы как проводите вечер пятницы?